В Севастополе запускается интернет-портал «Виртуальная поликлиника». Здесь, как и на сайте «Доктор 92», можно будет записаться на прием к врачу. Кроме того, появится возможность получать онлайн-результаты своих анализов. Также можно будет вести свои дневники здоровья, аналог бумажной амбулаторной карты. Появится так называемый «Здоровье-метр», где у человека автоматически будут считываться основные показатели здоровья. Зайти в виртуальную поликлинику можно будет через портал «Госуслуги». Сейчас проходят тестовые испытания. Общедоступным сайт станет на следующей неделе. Врачи непосредственно работают в медицинской информационной системе, но у них из виртуальной поликлиники будет доступ, соответственно, приходить какие-то значения, когда у вас зашкаливает, да, референсы переходят, допустим, по глюкометру, мы подключаем еще и носимые оборудования, глюкометры, холтеры, и, соответственно, врач, если увидит, что пороговое значение прошло, ему будет сигнализация, он заходит, смотрит, может его вызвать на телемедицинскую консультацию, да, чтобы не приглашать его к себе. Портал будет очень большой, и, соответственно, там очень большой функционал мы закладываем, и очень надеемся, что он будет очень удобным.